Торгово-промышленная палата Щелково провела в гипермаркете «Глобус» мероприятие под названием «День красоты». Это одно из плановых мероприятий, которые организовывает для предприятий малого и среднего бизнеса торгово-промышленная палата Щелково. Каждую субботу различные бизнесы рассказывают о себе. День спорта, здорового образа жизни, безопасности. Максимально стараемся сделать для нашего города, для нашего жителя, для наших предпринимателей, чтобы все услышали друг о друге. Руководство гипермаркета «Глобус Щелково» по договоренности с торгово-промышленной палатой по субботам бесплатно предоставляет предпринимателям площадь для рекламных акций. В этот раз свои услуги представили салоны красоты нашего городского округа. Это может быть как и, вот, допустим, салон красоты, либо какие-то детские учреждения, детские сады, кружки, секции. Любой, не знаю, вид деятельности, который, да, нужен жителям нашего города.